Всем привет, с вами Мегасириус 12, мы продолжаем проходить игру Far Cry 3. В общем, сейчас, как я и обещал вам, я буду проходить квесты. И у нас данный квест — охота на кровавого комона. В общем, нам надо его завалить обязательно с луком. Ну и давайте-ка займемся этим делом. Только его еще найти надо. У нас, кстати, денежки есть. Бумажник пола. О, как. Угу. И где он? На, не буду париться. Блин. Так, кстати, предметы. Так, 1, 2, 3, да их там дофига, если честно, слушайте. Чё, 2 стрелы выдержал? Стоп, а это, походу, не он. Вот это, может, и он. Уйди от меня, динозавр гребаный. Ну ты сдохнешь когда-нибудь? Еще один где-то был. Ага, вижу. Я тут балбесина. Так, с этого тоже шкуру снимем. Ну а тот уже у нас за 3 километра убежал. Так, нам что-то можно изготовить там. Посмотрим, что это там у нас. Какую-то сумку гранатную вроде. Угу. Все, максимальная. Ладно, что теперь? Теперь давайте забежим в этот дом. Возьмем стрел еще. Вот, стрел мы взяли. Такс. Ну, давайте выполним вот это задание. Так, где выход-то? Вот. Поохотимся за головами. Так, 200 метров, ладно, пешком дойдем. Так, снайпу. Так, ну чё, больше никого не видно. Ну да, сейчас нам снайпа будет как нельзя кстати нужна. Офигеть, в голову попал.
Так, все мертвы. Остался броневик. Все, дальше придется действовать ручками и ножками. Идиотское, я считаю, условие убить с ножа. Я понимаю, там традиции рак-яр, все дела, да. Но ё-моё, когда эти традиции они исполняли в реальности, у врагов не было штурмовых винтовок. Блин, лекарства кончились. Твою... Чтоб тебя леший. Как так можно лжануться, а? Да плюс я этого снайпера еще не заметил. Добрался я. Сейчас 4 снайпера у нас. Так, 4 снайпера есть у нас. Как бы мне так с громилой разобраться, чтобы... Главарь не спалил меня. А, вот, громила уходит в сторону. Давай, главарь, зайди в палатку, а. О, как далеко ушел, молодцом. Твою, чтоб тебя леший. Блин, да я попаду ему в башку, нет? Не. О, ну сейчас они ему устроят жизнь. Вовремя. Все. Рак-яд нам в чем-то помогли, если честно. Письма. Так, ну трупы я не знаю, обыскивать нет. Друг! Чего? Ладно, всех обыскивать не буду, вот еще громилу обыщем. Надеюсь, семья в порядке. Ну вот еще снайпер лежит, ладно. Понятно, тут только бумажник. Че нам, куда теперь? Так, пропавшая экспедиция, это я пока не знаю, что это такое. Что это за вещь? Так, давайте разделим эту область пополам, и на этой нижней половине у нас что осталось? Так, вот какое-то задание. Вот какое-то задание. Но туда можно переместиться, так. Все, больше вроде бы ничего нет. Значит, там сюда. Так, ну в храм Цитры я пока идти не собираюсь.
Нифига себе, птичка. Офигеть, птица-мутант. Ну ты, блин, гребаный фазан, что ли, или что там, я не помню. Гадость. Козуар. Тут еще две птицы, блин. Что главное в стрельбе из лука, это быстро... стрелять, ну то есть как выстрелил, сразу следующую стрелу взять и пустить ее в цель. То есть если начнете тупить, уже вряд ли выстрелите. Так, и снадобье для охоты. Вот. Так, ну все же шкурки я снимать не буду. Так, и нам надо вылечиться до конца. Что у нас с навыками? Уже 3, даже 4. Вот мы поизучаем, когда станем сильнее. Ну, то есть, когда нам Цитра откроет дополнительные ветки изучения навыков, мы сразу вольнем. Так, 250 метров. Ну, как я уже сказал, разделим мы на две части. Как вы могли видеть в измененном расписании, завтра видео там не стоит, но я попробую, возможно, мне все-таки получится снять. Ну, а нет, так нет. Увидимся в понедельник. Far Cry. Так, что ж там за задание-то? Почти побежали. Даже Джейсон не тупит на склонах. Тут вот храм, кстати, тот самый. Храм Титры. А, помню это задание. Джейсон, я Симхам. Я друг Денниса, и ты друг Денниса. Значит, мы с тобой должны быть друзьями, так? Логика странная, но ты продолжай. Ты исходил весь наш остров. Предки, небось, все глаза уже выплакали, тоскуя по своим красивым храмам. Мне нужна твоя помощь. Мы хотим восстановить храмы, но нам не хватает резных табличек, которые вешали на стены. Императорская армия украла их 60 с лишним лет назад, но остров они не покидали. Хочешь, чтобы я их нашел? Да? Попробую. Большое спасибо. Так, в общем, этих табличек 3 штуки. Я примерно помню, где они лежат. Не, не здесь. Повыше, что ли? Да, повыше. Башня повыше. Первая лежит. Вот она с краешку. Вторая там, по-моему, под водой или в пещерке рядом с водой. Хз, что-то такое. Вот увидишь, будет безопасно. Так, что тут у нас? Реликвия. Лап есть. Тут, кстати, у нас какие-то не совсем мне понятные. Пещерки. Ну
Вот в одной из них мы нашли реликвию, еще одну. Так, а с другой стороны тоже есть? Нет, с другой нету. Завал полный с другой стороны. Так, вот теперь нам... Блин, я уже забыл, а как нам нырнуть-то? А, точно. Под водой, но она вот здесь под водой. Там же, где реликвия. Вот. Все. Ну а третья, с третьей там немного интересно получится. Правда, я не помню, что именно там нужно сделать, но все же. В общем, там, чтобы взять табличку, надо залезть повыше. Чтобы залезть повыше, там надо взорвать проход снаружи здания прям. А чтобы взорвать проход прям снаружи здания, надо точно метнуть гранату туда. Вот такие вот дела. Табличка вот там. Нам надо вон туда, видите? Но там пока стена. Зачем я кидаю такие гранаты? Вот, видите, мы смогли разбить проход. Так, тут у нас помимо таблички есть еще лестница. Даже у нас лестница ведет. Какой-то реликвия. Ну вот вроде все, выполнили мы задание. Если знать, где что лежит, то уже в принципе задания они кажутся несложными. Я бы вам советовал сначала все-таки самим попробовать пройти. Уж в крайнем случае смотреть, где что лежит. Джейсон, спасибо! Друг, спасибо, спасибо, спасибо! Эти таблички — наше наследие! Через них предки говорят с нами, а мы чтим их, слушая речи! Ты оказал нам большую услугу! Возьми это. Ты заслужил. Спасибо. Так. Нам пытались дать денег, но у нас слишком заполненный бумажник. Нет, в храм Цитра идти не собираюсь. Если честно, я сначала хотел бы вот сюда сходить, поохотиться на Динго. И заодно продать барахло. И накупить чего-нибудь. Что-нибудь такое, что стоит очень дорого. Понимаю, звучит глупо, но мне надо освободить бумажник хоть как-то. Оружие я совершенно не покупаю. Хватает того, что у меня есть. Тут, в принципе, и выбор-то не очень большой. О, РПГ. Так, давайте купим броник опять. Сейчас опять бумажник забьется, да? Ну, с таким количеством прохлада. Ну ладно, хотя бы вот так.
Так, теперь валим отсюда. И куда мы пойдем сегодня? Сейчас. Мы пойдем вот сюда. Тут совершенно недалеко. Нифига себе. Я думал, наш Урал военный стоит. Вот слышу лай. Так, здесь нам, как вы понимаете, поможет инстинкт охотника. Так, применить. Ах ты! Пес! Ты динго или собака обычная? Шкура динго, нет. Но по сути это те же псы. И у нас нет никаких ограничений, то есть дробовик можно пустить в ход. И он будет очень эффективен. Правда, беда в том, что мне, по-моему, 3 штук маловато будет. Там, по-моему, 4 надо. Зато, блин, свиньи есть. Нафига мне эти свиньи, а? Это вообще кабан. Хряк персидский. Чё, псы, это все, что? Все, что вы можете? Вы же крутые чуваки, псы. Давайте. Еще штуки, 2 хотя бы. Ну хотя бы 1, по-моему, там 4 и надо мне шкуры. Тут 5 свиньи с кабанами. Охуенная пати у них. Ну где динго-то? Бачки, не бесите меня. Так, идем правильно, но собак я не вижу пока что. Так, придется полечиться. Ну нет, собак вот, к сожалению. Бумажники. Акула. Шкура динго, да. Чтобы больше рюкзак был, нам нужна динговая шкурка. А, я, кстати, забыл создать предметы. А именно лекарство. Кстати, у нас зеленая травка кончается. Так, ну ладно, в принципе, без разницы. В общем, как я говорил, серию мы разделим на 2. В следующей серии мы будем выполнять квест. Вот это, вот эти квесты. Возможно, один из этих 2 выполним сейчас. Вот эти 3 квеста. Так. А сейчас, сейчас мы вот что будем делать. Так, и тут реликвии, ёпть. Сейчас мы, наверное... Хотя зачем мне эти реликвии, я все равно все не соберу. Я где-то письмо видел. И мне кажется... Вот письма я бы собрал, да. Я что-то сначала тупанул насчет этих... реликвий. Думал, это письма.
Хотел отправиться их собирать, вам показать, но... У меня нет в планах сбор 120 горшков, которым уже несколько веков. А писем нет, да, писем нет. Никаких. Ну, коли так, то, наверное, давайте квесты выполнять. Вот эти вот. Может, даже оба выполним сегодня. Нет, наверное, выполним сегодня один и попытаемся еще поискать собачку. Что у нас тут за квесты? Задрал... О, редкий медведь. Ништяк. Охота с дробовиком. Прекрасно. Будем гасить его с драйбера. Мишка, попал ты. Нифига ты хряк тут. Жесткий хряк. Так, нам надо наверх, как вы понимаете. Не знаю, как Джейсон любит тупить с походами вверх. Обходим все высокие холмы и стараемся забираться по дороге. Я помню этот квест. Мишка там вполне даже таки стандартный. В пещерке с парочкой трупов. Если наконец-то додумался фонарь включить. Уже слышим звуки этого медведя-психа. Ну такой-то он и бессмертный. Три выстрела ему вполне хватает. Пираты есть. Короче, медведь как цыганин все тащил в свою пещеру. Так, ну тут у нас трупы лежат, которые можно обыскать. Достаточно таки много трупов, кстати. И деньги, кстати, тут лежат. Тоже в большом количестве. И пуля. Медведь, блин, ну ты вообще психопат. Все тащил. Ладно. Я не ожидал, что я так быстро квест выполню. Динго? Пусть это будет динго. Нет, ты меня, псинка, не убежишь. Динго, динго, пусть это будет динго. О, да, фак я. Шкуры тигра нужны. Шкурами, одну шкуру медведя надо. Да. Тут вообще какую-то квестовую фигню. Тут шкуру тигра надо одну. Тоже по квесту. Бумажники по квесту. Но тигры и медведи я не знаю, где взять. Шкуры... Стоп, а я чё... Блин! Я какую-то привязь изготовил. А мне она нафиг была не нужна. Я рюкзак хотел. Но я видел, тут еще две собаки было. Блин, не навыки. Навыки мне не нужны. Пока что. Блин, не ту применил. Да что ж, что у тебя леший, а? Вот где эти псины, а? Молчу. Нифига я.
Но это может из-за зелья, из-за этого, я не знаю. Но мне понравилось. Офигеть. Черт. Дробовик плюс молочко разорву твое очко. Вот вам 4 шкуры динго. Это не прекрасно. Большой рюкзак. Вот где бессмертный медведь нужен. То есть все, у нас рюкзак теперь максимальный. Офигенски. Сколько у нас теперь? 96 предметов можно таскать. Это очень много, я вам скажу. Что, слышишь, что ли, псих? Не надо бояться. Пусть эти патроны, что ли, возьмем. Так, ну что у нас тут еще в планах есть там? Экспедиции, я не знаю, возможно, мы растянем на 2 части и попробуем в ближайших частях это сделать. Не знаю, посмотрим. Так, ну я ничего сверх такого не вижу, на что стоило бы сейчас отвлечься. Реликвии, клады, это все брехня. Динго мне больше уже не нужны. Мне бы мишку и тигра. Кстати, у нас есть тигра. Я вот думаю, может, на тигра поохотиться. Там нам нужна одна шкурка, но... Я стою перед выбором. В принципе, смотрите, мы сюда можем быстро переместиться в следующей части. Сюда тоже можем быстро переместиться. Но мы в следующей будем заканчивать эти квесты. Ну, вот сюда придется пешка драпить, а вот сюда тоже переместимся. Так, ладно, с квестами, я думаю, на сегодня хватит. Но часть я пока не хочу заканчивать. Коли я так разыгрался. Давайте-ка еще поохотимся на тигра. Медведей-то вот я не вижу. Вы видите где-нибудь мишку? Я вот лично нет. Но они потом обязательно все равно появятся, просто не сразу. Ну ладно, давайте вот сюда отправимся. В принципе, недалеко. Ну а потом куда-нибудь отправимся, где сохранимся, и где будет хорошо начать следующую часть, поближе к какому-нибудь квесту. Так, нам колеса какие-нибудь взять. О, белый тигр. Ядрить пруха сегодня. Спасем буйволов, замочим тигру. А ты думал, в сказку попал? Зебра, блин. Так, а это у нас буйвол, наверное, да? Но буйвол нам, по-моему, не нужен. Нам нужен тигрик. Тигр. Ништяк. Усиленный ранец для ракет. Все, максимальный. Так, квестовый предмет. Медведь, потом будет квестовый предмет, я уверен. Тут квестовый предмет, то есть мы практически на все виды животных поохотились, получается. Квестовый предмет. Это у нас максимальный, по-моему, да? Да, то есть квестовый. Потом будет квестовый, здесь уже квестовый. То есть нам надо по квестам идти, чтобы изучить эти. Но квесты квестами, а вот, вот здесь мишка. И у нас одна шкура даже есть. На
нам, кстати, надо травы набрать. Ну, жалко, я не знаю, где можно медведя найти. На карте-то его нигде нет. У нас 4 навыка, но у нас их некуда изучить. Мишка, что ж ты так поступаешь со мной? Но нету, да, нету медведей никаких. К сожалению. Так, ну, как вы уже поняли, в следующей части мы выполним вот эти вот 3 квеста. 4 квеста. Постараюсь я найти вам медведя в следующей части. Потом мы в последующей части мы попробуем вот эти квесты. Пропавшие экспедиции. Посмотрим, наконец-таки, что это такое. Ну, не хочу я пока к цитре идти. По сюжету продвигаться. Так, ну а в этой части, я думаю, все на сегодня. Достаточно будет. Давайте сюда переместимся, тут можно квест легко начать в следующей части. Но я пока не спешу заканчивать серию, давайте еще пока... Поизготавливаем предметы, мы уже, правда, изготовили. Так, что тут у нас есть? У нас есть возможность потратить денег. Это радует меня. Там, когда мы тот квест с акулой выполним и изучим последнее расширение для бумажника, там, по-моему, 9000 станет, то есть разницы, в принципе, никакой. По-прежнему будет туго, бумажник будет наполняться. Ну, хотя все-таки попроще будет, на 3000-то побольше. Так, во-первых, вот это все барахло продаем. Травы я не трогаю. Шкуру динго мне не надо. Буйвола мне не надо. Казуара мне не надо. В принципе, мне уже никакие шкуры не нужны, потому что... Там в основном сейчас квестовые будут требоваться. Раз квестовые, значит... Ну, только вот медвежью оставим. Раз квестовые, значит, мы их сами найдем обязательно, рано или поздно. Ну, вот и все, в принципе. Я думаю, все. На этом мы можем закончить нашу часть. Всем спасибо за просмотр. Удачи, пока, подписываемся на мой канал, как всегда, по традиции, чаще сохраняйтесь, сейчас я вам сохранюсь, окину только карту еще раз взглядом, да, ничего такого нет, ну ладно, сохраняемся, ну и все, всем пока и до скорого, не забываем вступать в группу ВКонтакте, там я выкладываю последние новости, чтобы у вас возникало меньше вопросов. И все, увидимся, возможно, даже завтра. До встречи.